Ярик. Ярик. Всем привет, привет! Подписываемся на канал, ставим колокольчик. Да подожди, еще рано. Еще надо сказать, что мы сделаем кучу крутых видео с твоим участием. Мы сделаем кучу крутых видео с моим участием и не с моим участием. Будет очень дохрена классных людей, поэтому подписываемся на канал, ставим колокольчик. Лайки. Лайки. Уехали, да. Можно да. И дизлайки разрешать. Но если дизлайки, то пишите почему. Да. Так, ну ты в курсе, да? Я тебе уже сказал, что я тебе сейчас быстренько задаю 37 вопросов, и ты даешь на них максимально лаконичный ответ, да? Типа да, нет? Ну да, нет, наверное. И потом более развернутый, но максимально коротко. Есть? Да. Самый сумасшедший подарок, который тебе когда-либо дарили? Мне не дарили сумасшедших подарков. Блин, надо вспомнить. Есть время вспомнить? Нет. Любимый музыкант прошлого? Майкл Джексон. Майкл Джексон. Какое самое сексуальное и самое несексуальное имя? Самое сексуальное имя? Да, Катя. И несексуальное. Олег. Олег. Любимый современный музыкант? Любимый современный? Да. Пусть будет Скриптонит. Кино или театр? Кино. Какое самое творческое оскорбление ты можешь придумать? Сука. Ох ты, сука. Чай или кофе? Кофе. Как ты объяснишь своей девушке следы от помады на рубашке? Мимо проходила, спотыкнулась. Если бы у тебя был шанс что-то изменить в жизни, что бы ты изменил? Да ничего, все круто на самом деле. Как бы ты назвал свою автобиографию? Мою автобиографию? Да. Жизнь сумасшедшего Галая. Какая последняя песня играла у тебя в плеере? Я не знаю, как она называется, там что-то про пистолет, который не стреляет. Такое двухсмысленное название, да. Чего ты боишься больше всего? Да ничего, наверное. Змей. О, змей боюсь. Какую страну ты бы хотел посетить следующей? Австралию. Какую посетил до этого? До этого? Да, последнюю? Последнюю, да. Я не помню. Англия, наверное. Кем ты хотел быть в детстве? Ну, как все, трактористом, врачом. Супер. Чайковский или Моргенштерн? Моргенштерн. Пляж или горы? Да. Пляж или горы? Пляж. Лыжи или сноуборд? Сноуборд. Велики или ролики? Велик. Форма или содержание? Форма. Ты служишь деньгам или деньги тебе? Пусть будет деньги мне. За что ты благодарен судьбе? Не знаю на этот ответ. Вопрос. Ты считаешь себя приятным человеком? Не мне судить, но думаю, да. Что тебя чаще всего расстраивает? Ну, какие-то там расстройства своей семьи, родителей, там, когда расстраиваются. Что ты бы посоветовал себе 16-летнему? Мне 16-летнему? Да. Быть внимательней к окружающему миру. Прислушался бы ты к этому совету? 16? Да. А ему, 16-летнему, понравился тот человек, которым ты сейчас стал? Я думаю, да, но может, конечно, лучше. Если бы твоя жизнь была фильмом, как бы он назывался? Не знаю, может быть, «Океан»? Ух ты. Ты посоветовал друзьям его посмотреть? Ну-ка, я бы все его советовал посмотреть. И когда будет этот фильм, все посмотрите, пожалуйста. Знаешь ли ты язык любви своей партнерши? Язык любви? Нет, не знаю. Она твой? Наверное, знает. Что ты должен себе? Я себе? Да. Наверное, быть честным перед собой. Вот это я должен. В чем ты сдался или опустил руки? Не опускал и не сдавался. Что тебя вдохновляет в жизни? Близкие, знакомые, родственники. Что невозможно увидеть, но ты бы очень хотел, чтобы люди могли это видеть. Ядро земли. Хочешь, чтобы люди увидели? Интересно. Пиво или шампанское? Ну, я говорил пиво, но лето сейчас, поэтому шампанское. Пиво зимой? Да. Ну, на пляжике сейчас хочется так шампанского. Говорил это в нашем полном интервью, которое вы можете посмотреть по ссылочке в описании. Оно будет где-то здесь. Да. Какой вопрос порекомендуешь мне задать тебе? Блин, я не знаю. Ты правша или левша? Не знаю. Ты правша или левша? Я правша. Супер, спасибо.